Их утро начинается не с кофе, а с заводного шафла в ТикТоке, а заканчивается скандалом с пожилым соседом снизу. А вы уже слышали о стилях Hibisco Girl и E-Girl? Звонок в дверь. Интересно, кто бы это мог быть? Кто там? Ау, в глазке никого. Не мешай, дай посмотреть. Лучше открыть. О, доставочка. Думаю, эти коробки оставили нам. Какие-то непонятные надписи «Виска Гёрл» и «Игёрл». Интересно, что там? Несем домой, посмотрим. Увесистая. Внутри определенно что-то есть. Давай каждая пойдет в свою комнату. Уже не терпится посмотреть, что в посылках. Мне досталась коробка E-Girl. Открываем. Ух ты, да это же настоящий клад. Одежда, косметичка, украшения. Что это? Записка? Сегодня ты станешь настоящей E-девушкой. Интересно, приступим к перевоплощению. У подруги коробка Visco Girl. Не терпится открыть. О, послание. Провести весь день в стиле виско-девушки. Что бы это ни значило, время перевоплощаться. Начнем с косметички. Макияж виско-девушки нейтральный и мягкий, очень женственный. На чистое лицо наносим легкий BB-крем. Распределяем и растушевываем средства по коже. Прозрачный гель для бровей – это просто must-have. Наносим средства и расчесываем брови щеточкой. Теперь тушь. Прокрашиваем самые кончики, аккуратно, чтобы никаких комочков. Очередь жидкого хайлайтера. Наносим на спинку носа, выделяем галочку над верхней губой и подбородок. Растушевываем пальцем. Бронзатором подчеркиваем зону скул. Финальный штрих – прозрачный блеск для губ. Макияж без макияжа готов? Visco Girl, естественно, во всем. Никаких ярких теней и кричащей помады. Смартфон для красивого селфи в студию. Выбираем в приложении мягкий бьюти-фильтр и демонстрируем миру всю эстетику натуральной красоты. Не забудь поставить хэштег Visco Girl. А вот образ и девушки, наоборот, яркий и смелый. Так, к макияжу готово. Берем палетку теней неоновых оттенков. Розовый – отличное решение. Наносим яркие тени на веки. Прокрашиваем подвижное веко и выделяем розовым нижний ресничный край. Берем фиолетовый оттенок, им выделяем внешние уголки глаз. Теперь берем жидкую подводку, рисуем графичные стрелки с удлиненными хвостиками и еще несколько маленьких штрихов, чтобы дополнить экстравагантный мейк. Выводим пару маленьких сердечек под глазами. Яркими румянами обозначаем кончик носа. Можно использовать тени. Хайлайтер, но куда же без него. Выделим скулы, зону под бровями, внутренние уголки глаз и галочку над верхней губой. Для контуринга возьмем темные румяна. С помощью пушистой кисти распределяем их под скулами. А как быть с губами? Берем жидкую матовую помаду, можно выбрать любой оттенок красного, какой больше нравится. Как тебе мой яркий виртуальный образ? Повторишь этот мейкап-тюториал? Напиши об этом в комментарии под видео. Мои волосы смотрятся слишком скучно. Есть идея. Сделаю самую популярную прическу в стиле виско. Расчесываем волосы, отделяем верхнюю прядь, расчесываем, завязываем резинку. Готово. Пусть хвостик будет не слишком тугим. Теперь, скручивая прядь, обвиваем ее вокруг резинки. Пучок фиксируем шпильками. Расправляем прядью для большего объема. А что, пучок здорово смотрится, но это еще не самое важное. Главное правило виско реальности – изменила образ, сделай селфи. Ск-ск-ск, просто шикарно. Прическа и девушки такая же яркая, как она сама. И скромным пучком ее волосы не отделаются. Разделяем волосы на косой пробор, крепим к пробору цветную прядь, фиксируем. Рядом крепим еще один яркий тресс. Собираем волосы в два высоких хвоста. Можно не стараться, небрежность прически – особая фишка E-Girl. Дополняем радужные хвостики заколками. Пожалуй, тоже похвастаюсь новым образом. Подписчики, ловите яркое селфи!
и воздушный блогерский поцелуйчик. Украшения виска девушки лаконичные, но очень красивые. Берем цепочку с крупными звеньями и ракушки. Каждую ракушку фиксируем клеем на цепочке на небольшом расстоянии друг от друга. Декорируем ракушки жемчугом, вклеиваем бусины. Подготовим две ленты. Крепим их по краям цепочки. Это ожерелье для виска Girl готово. И девушка носит чокеры. Попробуем сделать. Возьмем металлическое кольцо и широкую резинку. Вставляем конец резинки в кольцо. Фиксируем ниткой. То же самое проделываем со вторым концом резинки. Разве и девушка будет носить скучные черные кеды? Сори, кеды, вас ждет большая переделка. На квадратную губку набираем белую акриловую краску. Отпечатываем квадраты вдоль подошвы. Теперь приступаем ко второму ряду. Переносим на кеды белые квадраты, чтобы получилась имитация шахматной доски. О, белые шнурки будут смотреться отлично. Завязываем. Яркие клетчатые кеды готовы. Виска девушки больше по душе обувь пастельных оттенков, но ее можно декорировать. Берем пару слипонов и малярный скотч. От скотча отрезаем небольшой кусок, надрезаем край, соблюдая равную дистанцию. Загибаем полоски через одну. Приклеиваем скотч к ткани. Свободные участки закрашиваем черным акрилом. Неплохо. Как насчет подходящего аксессуара? И девушка любит все блестящее. Нам потребуется тонкий фоамиран с блестками. Вырезаем вот такие бантики. Берем ободок, загибаем бантики в ушки. Крепим к обручу на термоклей. Склеиваем краешки. Мяу, ушки готовы. Как красиво, очень стильно. У виска девушки должны быть самые оригинальные солнечные очки. Берем черные очки с круглой оправой. Воздушный пластилин скатываем тонкой колбаской. Крепим заготовки к оправе. Пластилин закрашиваем розовым акрилом. На ярком фоне рисуем цветную кондитерскую посыпку. Как оригинально получилось. Очки-пончики – это что-то новенькое. Пора переодеваться. Футболка нейтрального цвета, светлые джинсы, слипоны в клеточку. Носки с милым рисунком, обязательно стеклянная бутылка для воды, бархатные резинки, очки, подвеска с ракушками, футболка с необычным принтом, короткая юбка с завышенной талией, полосатые гетры под футболку, ободок и чокер, темные носки, шахматные кеды, цепи. Посмотрим, как выглядит виска-девушка при полном параде. Ты готова стать виска-герл? Тогда вперед! Слипоны в стиле ванс в сочетании с милейшими носками. Укороченные джинсы, как правило, с дырами или заметными потертостями. Свободная футболка. Визитная карточка виска. Резинки вместо браслетов. А в руках многоразовая бутылка с водой. На шее стильное колье. Образ дополняют модные очки с круглой оправой. Кажется, я отлично выгляжу. Подкрашу губы и пойду покорять мир. А теперь посмотрим на образ и герл. Пора примерить на себя образ e-girl. Согласна? Тогда поехали! Ярко декорированные кеды, темные колготки или чулки, непременно короткая юбка, которая украшается цепями сбоку, полосатые гетры, а сверху свободная футболка. Какой дерзкий красивый чокер! А тебе идет! И без того яркую прическу дополняют стильные аксессуары, например, ободок с ушками. И, наконец, основа образа. Выразительный неоновый макияж с мелкими графическими рисунками. Запомнила? Сможешь повторить? Долгожданная встреча. Интересно, как подруги оценят свои новые образы? Ух ты! Ничего себе! Да у тебя цветные волосы! Резинки вместо браслетов? Ничего не скажешь. Оригинально. Ну что, пойдем? Без своей бутылки с водой виска-девушка даже из дома не выйдет. Ты что, пьешь из обычной бутылки? Ты что, не знаешь о проблеме пластика в океане? Используй многоразовую бутылку. Спаси черепаху. Не беспокойся, я с тобой поделюсь, у меня есть запасная. И резинки тебе подарю. Это самые лучшие браслеты. Пойдем, я расскажу, как стать настоящей виска-герл. Тебе понравится, вот увидишь. Эпатажные образы, танцы и видеошеринг. Вещи, без которых жизнь и герл не имеет смысла. А что, милый парень, только нет шика.
Пойдем-ка я покажу, как нужно выглядеть, чтобы произвести фурор. Кажется, у нее получилось. Два хвостика, сердечки на лице. Почти и бой. Вот так? Тебе нравится? И обязательно потанцуем, чтобы выложить видео в ТикТок. Этот танец точно попадет в топ. По-моему, мы идеальная пара. Виска Герл предпочитают молодежный стиль. Если хочешь быть одной из нас, нужно кое-что поменять. Так, бутылка и резинки у тебя есть, но твоя одежда никуда не годится. Футболка оверсайз – другое дело. На шею чокер с ракушками. Мы все руками за эко, ты же помнишь? На губы блеск. Осталось заняться твоей прической. Вуаля, сделаем тебе небрежный объемный пучок. И обязательно селфи. Самое время объединить силы ради топового видео. И пусть подписчики решат, кто из нас круче. Эпатаж и или натуральность виско. Используем вместо штатива мольберт. Выбираем музыку из плейлиста, лучше что-нибудь популярное. Поехали, танцуем! Зажигательная порция скибиди украсит даже самый пасмурный день. Вы с ума сошли, что ли? Топаете, как табун лошадей. Что я слышу? А ну, салаги, сейчас вам дедушка покажет пару па. Точнее, пару ва-па-па. Ва-па-па-па-па. Скибиди. О, танец с недовольным соседом – это стопроцентный хит. Понравился наш стильный туториал? Какой из этих образов пришелся тебе по душе? И Girl, или Visco Girl? Пиши в комментариях. Ставь лайк, подписывайся на канал и делись этим видео с друзьями. Вместе веселее! И не забудь нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые лайфхаки по стилю от Трум Трум Селект.